Здравствуйте! В эфире «Городские новости». Главные события столицы Кузбасса прямо сейчас. В студии Клим Санаткин. Сегодня в программе. Да будет свет! Подстанция Новокузнецкая и подстанция Кузбасская работают в одной параллели. Новую подстанцию открыли в Прокопьевске. Надгробные памятники в пункты приема металла. Люди рассматривают кладбище как определенный аттракцион. Общественность и представители церкви призывают горожан уважительнее относиться к умершим. Человек собаки враг? Да, это был несчастный случай. В Прокопьевском районе расследуют гибель трехмесячной девочки. Энергетический кризис больше не страшен. В Прокопьевском районе сегодня официально открылась новая 500-киловаттная подстанция. На открытии важного для области энергетического объекта присутствовала и наша съемочная группа. Новейший энергетический узел завязался сегодня в Прокопьевском районе. Подстанция «Кузбасска» введена в действие. Это объект нового поколения. При строительстве использованы передовые технологии, а управление аппаратами происходит с автоматизированного рабочего места. Для выполнения всех работ достаточно двух человек. Подстанция «Кузбасская» – часть комплекса, в который входят еще Беловская ГЭС и подстанция «Новокузнецкая». Объединение всех этих элементов энергосети в одну существенно разгрузит старые станции – некоторые из которых работают почти 40 лет. Подстанция «Новокузнецкая цепь» также осуществляется параллельной цепочкой по стране 220 кВт. Иными словами, можно сказать, что так, что подстанция «Новокузнецкая» и подстанция «Кузбасская» работают в одной параллели для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителя юга Кузбасса. Кроме того, введенная в строй станция помогает решить и другие стратегические вопросы, которые были заявлены губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Например, новые мощности позволяют приступить к освоению новых территорий. Но самое главное, конечно, надежность. Самое главное – надежность. Теперь мы можем спокойно строить на Талде, в Ерунах. А нам принципиально важна еще Ерунаковская площадка. Почему? Там тоже идет эксперимент, тоже в этом районе. Но тоже на этом. И вот сейчас мы дали возможность еще один новый проект дальше двигать. А этот проект в свое время запускал президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Накануне зимы, когда существенно вырастает нагрузка на электрические сети, открытие современной подстанции гарантирует бесперебойную работу энергосистемы региона. Валерия Ермак, Артем Казак, Артем Петрищев. Новости моего города. Школьники из отдаленных деревень Кузбасса теперь быстрее будут добираться до учебных заведений. Сегодня в Кемерове вручили ключи от новеньких автобусов. 37 машин марки «ПАЗ» будут подвозить детей из сел и деревень, где школы ликвидированы и реорганизованы. На приобретение транспорта из федерального бюджета выделено 45,5 миллионов рублей. Все машины отвечают современным требованиям безопасности. На каждом есть ремни, оснащены системой ГЛОНАСС. Все автобусы покрашены в желтый цвет с необходимыми эмблемами для того, чтобы они были узнаваемы на дорогах. И ограничение в автобусе 60 км в час. То есть, если бы даже хотел водитель лихачить, этого не случится. Почему в Европе не бывает заброшенных кладбищ и неухоженных могил? Сегодня в Кемерове об этом, а также об отношении наших соотечественников к погостам говорили на общественных слушаниях в епархиальном управлении. Почему возникли все эти вопросы у жителей областной столицы, узнавала Наталья Токмагашева. Царю небесный, утешите души. В епархиальном управлении сегодня молятся не за здравие, скорее за упокой усопших. Речь на этом необычном слушании, где светские и религиозные власти объединились, идет о культуре поведения кемеровчан на погостах. Инициатор мероприятия Александр Коновалов отношением горожан к кладбищам обеспокоен уже не первый год. В Кемерове самая острая проблема, по его словам, заброшенные погосты. Народная тропа к этим надгробным памятникам давно заросла. Родственников у тех, кто похоронен полвека, а то и 100 лет назад, не осталось. Соответственно, и ухаживать за могилами некому. Это обстоятельство, связанное с историко-культурным значением, мемориальным значением кладбища. У нас очень много выдающихся земляков было похоронено, которые уже не имеют родственников, и эти могилы находятся в забвении. Поэтому сегодняшняя наша задача – организовать волонтеров, православных скаутов, какие-то молодежные организации в рамках направления «Историческая память», в рамках этого проекта, могла бы взять на себя роль по попечению кладбища.
К сожалению, проблем хватает и на действующих погостах. Вот, например, пейзаж не из живописных – центральное городское кладбище. Кровь в жилах стынет не от каких-то суеверных страхов. Отношение к тем, кто ушел из жизни, пугает по-настоящему. Местами погост превращен не больше, не меньше в свалку. Могилы тех, кто похоронен 30-40 лет назад, не просто забыты. Надгробные памятники выброшены или сами стали мусорками. С древнегреческого «некрополь» переводится как «город мертвых». Кемеровские кладбища и на самом деле похожи на большие города. На окраинах здесь разруха и настоящий хаос. А в центре, как и полагается, все чисто, гладко, достепенно. Перед смертью, говорят, все равны, но расслоение чувствуется даже здесь. Только на кладбище благополучие измеряется не деньгами, а вниманием близких. Когда родные забывают об усопшем, о нем вспоминают вандалы. Ни о какой культуре и религиозных чувствах тут, разумеется, речи не идет. Поэтому сейчас, как считают священники, большое внимание нужно уделить воспитанию людей, прежде всего молодежи. Чтобы человека сделать образованным, он 5 лет учится в институте, получая необходимые знания, навыки, чтобы стать профессионалом. Так вот подумать, а неужели же нужно меньше сил, чтобы воспитать достойного человека? Но, с другой стороны, если сравнить образованность и воспитанность, я считаю, что воспитание – это приоритетнее. В Европе, на которой мы все привыкли равняться, таких проблем, пожалуй, нет. Кладбища там являются местами не просто священными. Например, знаменитый Перлашес вообще считается культурным памятником и достопримечательностью Парижа. Наталья Токмагашева, Георгий Головин. Новости моего города. Взрывной характер будут носить работы на территории завода «Коммунар». В Кировском районе завтра, 9 ноября, с часу дня до 5 часов вечера будут утилизировать фундамент здания бывшего предприятия оборонного комплекса. Специалисты говорят, поводов для беспокойства у кемеровчан нет. В определенное время на необходимое расстояние от опасной зоны будут удалены люди и техника. Напомню, опасное предприятие утилизирует уже не первый год. Работы будут продолжены и в дальнейшем. В Прокопьевском районе устанавливаются причины смерти малолетнего ребенка. В частном доме села Терентьевское обнаружено тело 3-месячной девочки. По одной из версий, в гибели ребенка виновата собака. Точный ответ дадут правоохранительные органы. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия. Страшную новость сегодня обсуждают, кажется, все жители Терентьевского. В поселке с 3-тысячным населением едва ли найдется человек, который не слышал о гибели 3-месячной девочки. Информация передается из уст в уста в магазинах и на остановках общественного транспорта. Люди говорят, ребенка загрызла собака. Хозяева пустили ее в дом на ночь, боялись, что животное замерзнет. Родители молодые. Как там уж получилось, что ночью легли спать, утром ребенок погиб. Ну, говорят, собака. Собака, говорят. Произошедшее, скорее всего, роковая случайность, говорит детский врач местной больницы Елена Кудинова. По долгу службы она знакома с семьей, в которой погиб ребенок. Кроме того, на месте трагедии она оказалась одной из первых. Это чисто визуально то, что я увидела. То, что ребенок лежал на диване, лежал на спине, там рот приоткрыт был. На теле, на груди, на животе, на ручках, ножках, то есть на наружной поверхности. Значит, резанные раны, вот, ну, по типу как от когтей. То есть края ровные были, то есть покусов и чего-то его еще либо. Я этого не видела. И мне так показалось, что да, это был несчастный случай. То есть собака или придавила лапами, потому что собака довольно-таки большая, чао-чао. То есть, ну, 15-17 килограмм, наверное, была. Ребенок был маленький, там 5-200 всего вес у него был. В следственных органах ситуацию пока не комментируют. Было ли преступление и понесет ли кто-нибудь наказание, там пока еще не решили. Аркадий Кимеев, Валерий Болотников, Александр Архипенко. Новости моего города. Необычный гость – астероид под номером 2005 УИ-55 приближается сегодня к нашей планете. Вряд ли его можно назвать нежданным, потому что ученые давно пристально наблюдают за космическим странником. И не только они. Фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера, который стал сенсацией в киномире, тоже рассматривает последствия встречи двух огромных тел в космосе. Но не с научной, а с художественной точки зрения. Влияние картины на зрителя оказалось столь велико, что земляне стали проводить аналогию реальной жизни с событиями фильма. Ученые утверждают, что астероид пролетает от Земли на расстоянии 37-38 тысяч километров и угрозы не представляет. Его диаметр 400 метров – это размер приличного авианосца. Мимо нас астероид пронесется со скоростью 13 тысяч километров в час. Следующий визит небесного тела ожидается в 2029 году. А сегодня приближение астероида уже почувствовали метеозависимые люди, которые хоть и не погрузились в меланхолию, но испытали
далее, головокружение и перепады в настроении. В жизни человека один год порой дата незначительная, а вот в жизни коллектива годовщина – это целый рубеж. Тем более, когда все проходит на глазах у телезрителей. 8 ноября 2010-го впервые вышла в эфир программа «Городские новости». За это время было многое. Мы реагировали на проблемы горожан, искали пути их решения, освещали самые ответственные мероприятия, решали, какой должна быть наша программа. Новости сегодня – это прямой эфир, постоянная рубрика «Ваши вопросы», штат журналистов, которые профессионально развиваются вместе с программой. Но самое главное, в одном мы не меняемся. Мы все так же продолжаем рассказывать о том, что действительно волнует кемеровчан. Сейчас стало намного легче, потому что журналисты стали более профессиональны. Да, мы уже понимаем, представляем, что такое на самом деле городские новости, как подавать эту информацию, понимаем значимость наших новостей, да, понимаем, что зритель нас действительно полюбил, что нас зритель смотрит, любит. Но год это, да, еще пока этап становления у нас не закончился, да, у нас сейчас есть определенные планы на будущее, куда мы будем двигаться, развиваться, расти. И я думаю, что с каждым днем мы будем становиться лучше, интереснее, профессиональнее. И смотрите далее в городских новостях. Сибирь не только индустриальная, но и художественная. Но самое главное, надо быть честным. В Кемерове открылась уникальная выставка автопортретов художников крупных сибирских городов. Столица Кузбасса станет одним из основных центров дзюдо в России. У нас существуют очень амбициозные планы. В областную столицу приехали именитые специалисты. Самые яркие, амбициозные и уверенные демонстрировали свои артистические способности в полуфинале творческого направления конкурса «Волнение». Компания «Сибирский деловой союз» уже 7-й раз проводит этот конкурс, который дает возможность талантливым и молодым творчески выразиться и начать карьеру в компании холдинга. Перед жюри стояла непростая задача. Вокалисты и танцоры, словно сговорившись, поражали воображение зрителей и судей. Телевидение, вокал, хореография, лица – в этих номинациях участники конкурса состязались за право войти в финал. Повод поволноваться был у всех, независимо от степени уверенности и творческих способностей. Соперники достойные, а победа в полуфинале дает право не только состязаться среди лучших, но и увеличивать шансы успешно начать карьеру. Волнение помогло. Говорят, что у настоящего артиста должно быть какое-то небольшое волнение, чтобы он максимально выложился. Художники и их лики. Сегодня в Кемеровском музее изобразительных искусств открылась первая всесибирская выставка автопортретов. На уникальном собрании художников настоящих и нарисованных побывала и наша съемочная группа. Такого количества мастеров кисти на каждый квадратный метр площади давно не видела трехэтажное здание Музея изобразительных искусств. 212 автопортретов художников со всей Сибири заполнили собой выставочные залы. И это не все работы. Несколько десятков не вошли в экспозицию, не прошли конкурсный отбор. Конкуренция на первой всесибирской выставке жесткая. Автопортрет – жанр некоммерческий. Продать автопортрет практически невозможно. Кому нужно изображение чужого человека? Да? Вот. Поэтому художнику надо что было сделать? Оставить все свои дела, обратиться к работе, которая потом, скорее всего, останется в мастерской, никем не востребованная. Называется выставка «Прямая речь», и никакого отношения к правилам русского языка это не имеет. Это обращение к внутреннему миру художника, который рискнул нарисовать самого себя. И тем самым открыться перед всеми изнутри, глубинно, и высказаться о мире, о людях и о себе. Если ты честен перед собой, ну, скажем, по большому счету, перед искусством, ничего страшного нет. Надо быть, но самое главное, надо быть честным. Бытует мнение, что самое сложное в портретах и автопортретах – рисовать глаза. Члены жюри конкурса выставки «Прямая речь» взглянули в глаза 200 автопортретов и их авторам. Главное – это выразить чувства. Потому что сложным считается изображать еще и руки. И обратите внимание, часто художник, который не справляется с этим, отправляет руки в карманы, ноги по колено в траве. Глаза – да, это тоже очень сложно. Жюри не только рассматривало работы, но и выбирало и награждало победителей. Это придало выставке особый азарт соревновательности. Членами жюри стали ведущие художники и искусствоведы из Москвы, Томска, Омска, Новосибирска, Кемерово. Только-только открыв выставку, ее организаторы уже задумались над продолжением. В следующем году кемеровчане смогут взглянуть в глаза женских автопортретов. И это значит, что прямая речь художников услышана.
Елена Мешкова, Людмила Казаченко, Георгий Головин. Новости моего города. Интересно, а сколько времени уходит на автопортрет? Вот у меня бы, наверное, ушло пару лет. Ну, признаюсь, рисую я так себе. Ну, никак не меньше. Для того, чтобы постичь азидзюдо, тоже нужны десятки лет. Новости спорта сразу после блока полезной информации. В жизни Татьяны Ивановны знаменательное событие. Кемеровчанка приобрела просторную квартиру. Ремонт еще не успела сделать, но уже твердо решила. Приборы учета электроэнергии, холодной и горячей воды в новом жилье должны быть обязательно. Но это очень экономно, во-первых. Прописано два человека. Воды берем, конечно, экономим меньше, но по норме это очень много. И холодная, горячая норма остается, и канализация, все. Если в 2700 платили за квартиру, то сейчас где-то 1700, наверное, может, даже меньше. А вот за установку счетчиков Татьяне Ивановне и вовсе платить не придется, поскольку она работает в Северо-Кузбасской энергетической компании. Чтобы подать пример абонентам и помочь своим сотрудникам, здесь приступили к бесплатной установке счетчиков в квартирах и домах тех работников, которые еще не успели этого сделать. В нашей компании принято какое решение? Работающие пенсионеры, одинокие родители, будь то мама либо отец, значит, им все это обходится абсолютно бесплатно. То есть и приборы учета, и работы. Таким образом, выходит порядка 3000 рублей на квартиру. У нас подали заявки более 500 сотрудников. Мы заказали более 1000 счетчиков холодной и горячей воды. Выполнить задачу энергосбережения в масштабах страны можно, если она будет решена в каждом доме, на каждом предприятии. Как говорят англичане, покрасить сначала свой забор. СКЭК в этом отношении пошла наиболее действенным путем. Приступила к установке приборов учета своим сотрудникам, чтобы подать пример остальным абонентам. Оксана Фолина, Наталья Токмагашева, Георгий Головин. Новости моего города. Сегодня рано утром в областную столицу прилетел наставник сборной страны по дзюдо Эцио Гамба и его помощники из Италии и Японии. В планах у специалистов и областной федерации дзюдо создать в Кузбассе систему подготовки будущих чемпионов мира и Олимпийских игр. Подробнее в материале Татьяны Савельевой. Ранним утром в Кемерово приехали именитые гости из Италии и Японии. Погода наставника главной команды страны и его помощников ничуть не испугала. Задача у них серьезная – подготовка и воспитание кузбасских спортсменов, которые будут выступать на самом высоком уровне. А Кемерово станет одним из основных центров дзюдо в нашей стране. Так скажем, у нас существует очень амбициозный план, амбициозный проект. Чтобы создать, так сказать, уже постоянную команду здесь, в Кемерово. На вопрос, когда специалисты готовы приступить к работе, итальянский тренер Эцио Гамба ответил без раздумий. Да, можно сказать, уже начали. Как словом, так и делом, гости отправились в современную школу на Южном. В ней 108 ребят с первого класса занимаются дзюдо на уроках физкультуры. Сегодня в подарок от холдинговой компании «Сибирский деловой союз» начинающим спортсменам вручили дзюдоги – форму для дзюдоистов. Ребята такому подарку обрадовались и поспешили примерить обновки. Ну, они хорошие, они удобные. Следующий шаг – выход на татами. Сегодня начинающие спортсмены получили возможность задать вопросы главному тренеру сборной страны. Ребята интересовались, сколько нужно времени, чтобы добиться успеха в этом виде спорта. И пусть не все из них станут олимпийскими чемпионами, спорт поможет им и в обычной жизни. Я считаю, что это здорово, потому что они уже, во-первых, будут обучены единоборству, они смогут за себя постоять. Потом, это вид спорта такой достаточно развивающий силу духа, бойцовские качества, характер. Главный тренер сборной страны пообещал ребятам, что обязательно приедет к ним с нашими кузбасскими чемпионами. А те, в свою очередь, могут не волноваться. У них подрастает достойная смена. Татьяна Савельева, Георгий Головин, Константин Червяков. Новости моего города. Областная столица впервые готовится принять Кубок Сибири и Дальнего Востока. С 21 по 27 ноября на площадку спортивного комплекса «Арена» выйдут лучшие волейбольные клубы в восточной части страны. Кемеровский «Кузбасс», действующий обладатель Кубка Сибири и Дальнего Востока, новосибирский «Локомотив», «Газпром Югра» из Сургута и еще 5 команд вступят в борьбу за звание «Сильнейший». «Кузбасс» принимает участие в этом турнире в третий раз. В прошлом году кемеровчане в полуфинальном 50-м поединке уступили клубу «Газпром Югра». В итоге заняли 4-е место. Болейте за Кузбасс в спортивном комплексе «Арена» или в эфире телеканала «Мой город». Напомню, Кубок Сибири и Дальнего Востока пройдет с 21 по 27 ноября.
Хоккейный Кузбасс поддерживает добрую традицию. Перед началом сезона игроки, тренеры и руководство клуба встретились с болельщиками одного из крупных промышленных предприятий города. Вопросы ценителей русского хоккея в первую очередь касались изменений в составе команды. Также преданные фанаты интересовались задачами клуба на предстоящий сезон. Болельщики задавали вопросы, игроки и руководящий состав с удовольствием на них отвечали. Также на встрече поговорили о подрастающем поколении. Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» тесно сотрудничает с хоккейным клубом и помогает во всех начинаниях. Большое внимание уделяется развитию детского спорта, ведь юные хоккеисты со временем могут пополнить команду мастеров. По словам игроков кемеровского клуба, такие встречи, особенно в начале сезона, необходимы. В первую очередь они важны для болельщиков, как бы. Так, ближе, наверное, познакомиться с командой, увидеть хоть без формы, как они выглядят. Еще, ну, для нас, наверное, тоже не часто может, а периодически тоже важно встречаться, знать, что за нас переживают, как бы за нас болеют. И в продолжении хоккейной темы. Сегодня свой 31-й день рождения отмечает один из самых опытных игроков хоккейного клуба «Кузбасс» – Павел Тетерин. Конструктор и диспетчер атак кемеровской команды защищает цвета «Кузбасса» с 1998 года. Десятикратный призер национальных чемпионатов, неоднократный обладатель Кубка страны. В высшем дивизионе Павел провел 336 матчей и забил 62 гола. В 2005 году был включен в символическую сборную Кубка мира. Мы поздравляем Павла с днем рождения, желаем спортивного долголетия и побед в предстоящем сезоне. На этом у меня все. Служба новостей прощается с вами. Мы продолжаем следить за городскими событиями. А если вам есть что добавить, звоните по телефону нашей редакции 452393 или пишите на электронный адрес. Впереди вас ждет наша постоянная рубрика «Ваши вопросы». На вопросы кемеровчан ответит заведующий отделом молодежной политики администрации города Кемерово Сергей Григорьев. Я желаю вам всего хорошего и до встречи на телеканале «Мой город».